Событие Самайн продолжается. В этом видео мы проведем второй ритуал и получим гранатомет. А также пооткрываем наборы варвара. Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать в Last Day. Событие Самайн продолжается, как ты уже знаешь из моего прошлого видео. Если ты его не видел, обязательно посмотри. Надо провести 5 ритуалов. За каждый ритуал награда. Плюс дополнительные награды за вот эти крутки, за 80 круток, темный жнец. Ну и торговец в локации коммуна. А еще нам был добавлен в игру вот такой скин рюкзака тотемный. Наборы варвара. 6 наборов, и ты гарантированно получаешь этот рюкзак. Но можно выбить, конечно, и за 1, и за 2, и за 3 набора, как я сейчас выбил. Вот он, красавчик. Слушай, ну что, прикольный рюкзак, да? Они все чем-то да прикольные. Ну так, без фанатизма. Ну а теперь погнали проводить ритуал. Чтобы проводить ритуал, напомню тебе, тебе нужны глазики, сердца и мозги кожиецкие. Где фармятся? Просто в ресурсных локациях, когда будешь фармить вот эти руны изобилия, тогда и будут запчасти падать кожиецкие. Их не так много надо на проведение ритуала. Ну а лишнее отдаем торговцу. Какому торговцу? Вот сюда направо. Вот этот мужчина. Так, чё, у него? И у него награда меняется раз в 3 часа. Ну, то есть, вот так берем, меняем, через 3 часа будут новые награды. Это тоже дополнительная награда, да? Поехали уже, ёб. Ритуал-маритуал. Ритуал проводить тут всякий, короче, сюжет, да, идет у нас. Вообще изи. О, силы света и драбра, придите к нам в этот трудный час, блинчики. Запретите темные врата. О, зелененький. Убить зараженных. Колдуны, маколдуны. Ну-ка. У меня арбалет есть, мужчины. Блин, арбалет, кстати, такое гуамно, а не оружие вообще. Слишком долго заряжается, в общем. Так и всосать можно, пока заряжать этот арбалет. Хороший такой, да? Зеленый. Чё делаю? Памятный скрин, ёл-палы. Чё же я еще могу делать? Ха-ха. Да, прикольно, прикольно. Да блин, ну серьезно. 6 зараженных волков. Блин, хорошо так отнимают. Посмотри, чё. У меня кевларовая броня. И чё? Ну это самая мощная броня в игре. А волки, да, так хорошо прям отнимают. Осостелся. Зараженный олень. Можно стелсить. Ой, ну олени нежные, да? Олени ни о чем. Поговорите с Шедди. Шедди, дружок, бегу. Тот, который собаки натерял. Не поверишь, пес взял след на что-то. Здорово, да? Ну, как бы, пока еще не знаю. Снуп! Куда ты? Подожди! Снуп-дог! Мужчина! О! Дошли! Откопай тайник! Ёб, ты чё прикалываешься? Именно сейчас я не взял лопату. Где-то здесь... Вот она! Посмотри на мини-карту! Видишь, да? Добавили лопату просто тупо. Чтоб мы с тобой не бегали как ненормальные. Домой там крафтили, да? Пошла жара. Я думал, это под конец будет. Земля выглядит свежей. Ага... Поговорить с мухомором, с Маркусом. Ну, почти то же самое. Только он такой, чуть-чуть подгнил, да? Черненький. Были бы у него красные тату, можно было бы назвать его мухомором. Кто-то влил бензин в костер. Ужас, ужас! Недалеко остановились байкеры, спроси у них. Сейчас мы с них спросим. У них спросить или с них? Байкеры, о которых говорил Маркус. Отбиться от зомби. Так, а это какие? Ой, хорошо, хорошо. Это те самые, из которых руны. Вот и арбалетик пригодился. Блин, слушай, я просто скопил этих арбалетов уже мрак сколько. Когда транспортный хаб фармить будешь, да?
Это локация, которая открывается, когда дрона открываешь. Марак, сколько этих арбалетов тебе там будет падать? Вот они и запчасти, да? Так. Постовой. Ни черта не видит. У него уже по рюкзаку тут шарятся. Он стоит что-то. Не бум-бум, ёп. Дружок! Выживший. Давай все обыскаем. Ой, хорошо, смотри, ему насрать. Все обыскаем, а потом уже будем думать дальше, да? Как удачно нам, да, дали канистры. Ну да, вот чуть-чуть слить, надо бутылочку. Мужчина! Мужчина! Блин, он в каком-то, я не знаю, он в трансе в каком-то, да? Слушай, неплохой лут, и глок, и боксит, и бензин, да, все как бы в тему. Спасибо, ты спас мне жизнь, но я не знаю ничего про коммуну. Осмотреть улики. Сейчас посмотрим. Следы! Угу. Тут кто-то топал. Топал ножками, не копытами, судя по следу. Ты чё, блин, годы выживания в лагере? Да это вообще, я просто кролика от медведя не отличу. Но человеческую ногу от оленя. Хотя не всегда можно отличить человека от оленя, да? Это как бы спорный вопрос. Чик. Оп-оп-оп-оп. Ну-ка, копаем. Тут какой-то клад. Ёп, это могила, это был не клад. Мужчина, мужчина. Блин, какая грязь, а? Три косточки. Катана. Блин, тут, слушай, блин, приятно удивляют. Ну, то есть, не для хай-левелов, конечно. Ну да, прям хорош лут. Три косточки, прям обсеришься фармить. Они нужны для сбора модификаций. Отправляйся в каменные предгорья. Вот они, красавчики. Именно этих пацанов нам с тобой и надо бомбить. Я не знаю, как тут очутился. Просто бежал за Снупом, и он привел нас сюда. Что-то, короче, темный, да, парень? Ага, я шел-шел случайно и пирожок нашел. Ты посмотри, сколько тут канистр. Эй, Снуп, ты куда? Короче, какой-то мутный тип вообще. Договоримся так. Твои из банды незаметно подливают бензин в костер этого старого идиота Отиса и заманивают бешеных зверей. А после того, как я заберу власть, отдам вам часть земель коммуны. Ну да, ну. Ай ты, ёб. Ай ты ж негодяй. Ой, ты ж говноед, блин. И убежал за своим Снупом. Понял все, да? Передел власти, ёб. И на этой замечательной ноте второй ритуал заканчивается. Гранатомет М2. Следующий будет уже прикольный. Уже будет пластинка Самайн. Потом половина твоего тактического рюкзака. Ну, если вопрет тактик. Ну и фантастический, стоящий дома у тебя полностью бесполезный олень. А чё это бесполезный? Есть одно предположение. Мы тут с подписчиками долго думали и пришли к выводу. Если оленя кормить морковкой вот такой, тогда возможно, он будет производить торф. Какой торф? Сушёное дерьмо. Да, раз в сутки можно будет поднимать сушеные какашки. Но надо будет кормить морковкой. Так, ну и что, все? Все, ёл-палы. Не всегда виноваты духи. Это будет у нас третий ритуал. Ну а с вами был Харди, друзья. Если понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Ты еще не со мной, тогда подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Подписывайся на Телеграм, Печка ТВ, и никогда не пропустишь выход нового ролика, стрима или розыгрыша. Еще живое общение, ну и новости. Какие новости? Вот, к примеру, сейчас мы собираем босса, с которым будем сражаться в финальном 5-м ритуале. Какие руки будут у мега-монстра? Крапсус пятерочка, да? Прикольная. Ха-ха-ха, блин, идиотизм. Да, блин, единичка достаточно опасно тогда. Троечка прикольно. Давай троечку сделаем. Ссылочку вот на это голосование я оставил в описании. В общем, удачного тебе выживания. Пока-пока.